добиваем люевских персонажей. Это Яо Яо, Юнзи и Шэньхэ. 4 ролика. Да, не будем вспоминать всякую фигню. Так, а я звук не включил, что ли? Или здесь звука нету просто? А, окей, его просто не было. Лол, копье дракона ее сигна, типа. Ну, как бы МС логичная. Дендер раскидывает же. Что у нее там с ожиданием такого ужасного? Унижай этого слайма. Она стонет как не в себя. Даже Лиза Вафей. Сэю Или, ну и Яо Яо по совместительству озвучивала персонажа в хентае. Вообще-то. Так что опыт имеется. Ну да, я, если честно, не до конца понял, как так случилось, почему она с ними так чилит, но я, но то, что она с ними чилит, да, этот факт я знаю. Обучали ее даже, поэтому она даже не то чтобы слабая, она даже, может быть, получше всяких стандартных челов, которые совсем просто с глазами бога. Сила — это дружба. Так, не понял до конца, на баф физы или баф гео все-таки. Обычные атаки все-таки. Ага, понятно. То есть лита условно не нужна особо. Ну, хотя в любом случае, почему нет? Ну да, такой персонаж специфичный. Культурный референс. Джинель можно. Угу. Ага, понятно. Обе, кстати, у меня есть. Поэтому выпали сами по себе. Так, и... спорный персонаж, конечно.
Мата! Лал Чунгук? Стоп, а мы вообще видели трейлер Шингук? Я так просто подумал. А, у него нет трейлера. Типа он входит, видимо, в этот, да? А, он с релизом был, понятно. Но это угроза, достойная мстителей. Кстати, вообще интересно, а как Шинхе докачалась до такого уровня? У нас вроде все же обычный чел. Я не могу. Шинкаку? Масака, анато ва боку но... Оба нано ка? Ай... Не, я знаю, у кого она училась. Я просто думаю, блин, она сильнее Ганьюнь. Адепта. С 3000-летним опытом. Это типа как? Ну, пойдет, типа, основной трейлер. Постоянно кастует пальцами, конечно. Забавляло меня всегда. Трейлер Чугуна нормальный, да. Ну, дух, я так понимаю, это просто часть ее силы бога, глаза бога. Чугун у меня, кстати, есть. Шэньхи, слава богу, нет. Хорошо, что она мне не выпала. Повезло, повезло. Мне Чича выпала вместо Шэньхи. Крио, настоящий Крио Дамайер. また悪夢でも見たのか。寝る時も赤紐を外すなど注意したはずだ。気を抜くでない。はい、師匠。修行はここまでにする。今日はもう休め。 Все в молоко ушло, в прямом смысле. Э,
前は孤独で仇なす者、人と関わってはいけない。旅人、オイラたちたくさんおいしいものを奉納したし、きっと龍雲釈放神君に信頼してもらえたよな。構うゲロエフ、顔も合わせてくれないなら、料理を取り戻しに行くぞ。はあ、ну, опять же, персонаж получился неудачным. История никакущая, влияние, также дизайн мне не сильно зашел. Поэтому, да. Немного обидно, но что поделать. Ну, бафер для козы и для Яки пойдет, как говорится. Но опять же, не критично. Ну, типа, очень слабая. Типа, квест с ней был реально очень. Так, ладно. Конец записи.